В Усинске раскрыто убийство трех жителей Нарьян-Мара. Преступление было совершено в воскресенье 3 апреля. На номер службы первой медицинской помощи от мужчины поступил звонок, на который выехала дежурная бригада. Однако по прибытии на указанный адрес дверь квартиры никто не открыл. Медики вызвали МЧС и полицию. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь квартиры. Внутри жилого помещения оперативники обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Кроме того, в квартире находился мужчина, у которого имелись множественные резанные раны и ножевое ранение в области спины. Впоследствии данный гражданин от полученных ранений скончался в больнице. Установлено, все погибшие жители Нарьян-Мара. Они приехали в Усинск на заработки и проживали в арендованной квартире. В принципе, все было очень банально, то есть конфликт между мужчинами, то есть два подозреваемых, два молодых человека из-за личной неприязни совершили убийство, жестоко избили жителей Нарьян-Мара, и они от полученных травм скончались. Одного они тоже избили и еще нанесли ему ножевое ранение, тот скончался уже в больнице от полученных травм. По предварительным данным, к совершению преступления причастны двое жителей Усинска 95-го и 97-го годов рождения. Ранее один из них был судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и дают признательные показания. Сотрудниками Следственного комитета по Республике Коми проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.